Телеканал КРТ представляет. Вы говорите за вот мы должны заботиться и так далее, но вот неизвестный же факт, что воду в Крым, вот плотину, вот Крымский канал перекрыли и вот принципиально вот в рамках санкций не дают воду. Я вот так постучу, да? Это так поступают только дуболомы. Мы себе навредили. Да, меня приглашали на разные каналы телевизионные. Вот расскажите, какая угроза там будет Крыму. Я говорю, угроза не для Крыма, а для нас. Мы затопили весь юг Украины. Днепру надо было куда-то течь. И этот канал, он был не столько для Крыма, сколько освободить Днепр. И использовать южные наши регионы для ведения сельского хозяйства. А в Крыму воды очень много. Я не могу ручаться за все континенты, но этот регион я знаю хорошо. Ну, глубине 80 метров, там чистейшая вода. Вода, которая обеспечит питьевой водой всю Украину. Крымская вода. Да, она выклинивается в Черное море. Почему побережье Черного моря, Крымского побережья, оно уникально по своим физико-химическим характеристикам. Там же биота невероятно разнообразна. Она как средиземноморская. То есть это бактерии имеется в виду? И не только. И рыба тоже. Там же полное биологическое разнообразие. Выходит чистая вода прямо в грунтовую воду, выклинивается в море черное. Там же как пресноводная вода получается на берегу. Почему и купаться там очень приятно? Там же не такая соленая вода, как чуть дальше в самом Черном море. Ну, это гидрологические вот такие нюансы. Но их тоже надо понимать и нужно знать. И в горах на юге Крыма воды тоже очень много. Пробурить там скважину небольшую.